такое позднее время, он, как всегда, работает. Мы в студии одного из самых популярных исполнителей Юрия Антонова. Пожалуй, у этого человека написано самое большое количество шлягеров. Если человек популярный, то о нем ходит огромное количество слухов. Я к слухам вообще не... Знаешь, какой слух? Что Антонов упал с крыши и сломал ногу. Понял. Ты понимаешь, вот это самый такой популярный слух. Я помню, шел в Сочи на пляже. Иду, вот, видишь, Антонов идет, а мне говорили, что у него нога сломана. Он упал с крыши. Знаешь, так смешно, так с какой крышей? Оказывается, с крыши дома своего. Ну, главное, чтобы с крышей все в порядке осталось. Да, осталось. Я сейчас работаю над двумя новыми CD, компакт-дисками. Угу. Один на английском, другой на русском языке. Тебе известно, у меня вышло два компакт-диска. Угу. Один в Англии, вот последний. Мой компакт-диск один здесь в Союзе вышел. И я хочу продолжить эту же тему. Мне очень понравилось писать музыку, так сказать, именно... На CD. На CD, да. Как-то очень красиво, как-то красиво. Приятно. Когда, подарить можно, там, знаешь, это хороший подарок.